Сегодняшнее занятие было посвящено осмыслению того, что студенты изучали за последние 3 месяца. У них проходили занятия по контексту изучения истории искусства и дизайна, и нам было важно, чтобы они вернулись и просмотрели весь тот изученный материал и осмыслили его, как его можно применить, собственно, в творческой практике. Поэтому одна часть занятие было посвящено тому, что они, опять же, угадывали и старались вспомнить те произведения, которые мы обсуждали и на которые смотрели. Вторая часть занятия была посвящена тому, что им выдавалось какое-то направление из того, что мы, опять же, смотрели, и им нужно было осмыслить, как его можно по-своему перевоплотить, создать произведение, и потом группы друг у друга угадывали, что же это за направление в искусстве. И третья часть задания была посвящена тому, что им выдавалась, опять же, картина, направление в искусстве, и они с помощью своих одногруппников должны были воплотить это произведение и, опять же, показать другим студентам, и те должны были узнать из списка, который был выдан, что же это за известное произведение искусства. Важность такого рода задания заключается в том, чтобы студенты поняли, как необходимо и ценно изучение как бы исторического контекста различных направлений и как это может быть применено в современной творческой практике. То есть как какие-то темы, методы, техники могут быть по-новому интерпретированы и использованы в реализации какого-либо творческого задания.